французы, действующие 2018 года в России, или по мадридскому Реалу, сегодня будут играть друг. Болельщики, у них где-то там среди... Золотой победный гол. Да, и сборная Франции. Ну и Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии, который проводит свой последний... Когда сборная Германии была обыграна в полуфинале, катастрофический провал на чемпионате мира. Великая патриотическая песня времен французской революции против... Нойер, Бавария, в воротах. Гозенс, 20-й. Аталанта, партнер. Мир 35. Аугуль Юрису еще по... В Мюнхене 14 номер Ювентус. Голо Канте, 13-й. Новым Роналду, новым лучшим игроком мира. В расцвете сил в состав. Ну, а это человек, от которого мячу нанесет. Сборная Германии изменилась по сравнению с... ...историю, потому что, вспоминая великие турниры... В таком виде они играли только против сборной Латвии. Штрафной, посмотрим, что будет сейчас. Навес. И вот как раз Хумельс добил. Перевалил и вновь вернулся в состав команды. Полил забить. Лучший вратарь того. Это тотальный контроль от сборной Германии. Ну и вот сейчас, если она будет у сборной Франции. Гризман, передача вперед. Играть надежно. Очень много немцев пропускали. Гнабри. Он. В основном он отбирает, он участвует. За это португальцы наказали ее в финале, но... Что шутить он тут не намерен. В общем, установил уровень допуска, что называется. То есть... Против него перевод на Погба, а может быть и не на него, а на Павара. И... Из лучших защитников премьер-лиги. Передача налево могла. Ему стоит этот мяч отдать, но нет. Потом Йоахим Лёв. Да, Эрнандес. И это все ближе и ближе сборная Германии к воротам сборной Франции. Именно в ворота Мануэля Нойера тот это... Вот. Летучему Мбаппе. Мбаппе. Нет, отсюда подача не пройдет. Гризма. Пока вроде как мало игроков в атаке у сборной Франции. Мбаппе. Это сделал. Дача вперед отдавал, а теперь передача на Павара. Павар может простреливать. Тру пришлось здесь уже выносить мяч на Макканте. Тот среагировал мгновенно. Мбаппе. А дача Гризмана. Удар! Гревается потихонечку эта игра. Блять, сборная Франции. Хайверс, хороший пас. Мюллер в кас. Входит уже в штрафную и бьет поворот. Не было этого сделать, но Атантер и бьет с правой. Нойер тут, конечно, не стал. Гризман подает с углового на ближний. Снова Канте. Созидатель одновременно берет на себя игру. И запускает мяч Погба налево на Люку Эрнандеса. И... Правильно все сделал Люка Эрнандес, просто сильно. Важно, за кого ты болеешь, но когда такие моменты возникают... Как Матс отправил мяч. Так что придется теперь Германии ногу. Не доходил мяч ни до кого из французов, но вообще не идеальный делает пас. Ну и действительно очень придумал Погба. Вот эта его передача с закидушкой вроде как... Получилось. И, конечно, Погба велик не только тем, что увидел Эрнандеса. Очень здорово обороняться. Пока у немцев в атаке-то не очень получается. Вторая попытка у Гозенса. Навес. Мюллер бьет. Ведь его в дальний угол чуть-чуть не получил. Отсюда можно и бить. Поскольку немножко потерял равновесие сам, но чуть ли не в каждом матче. Ну да, зацепил все-таки. Итак, Тони Кросс, удар. Гозенс, прекрасная передача на Хаверца. Гюндоган, Мюллер. Все-таки нет, который мог бы пробить с такого расстояния. Так, удар по воротам. На этот раз мяч летит, среагирует. Лучшие удары, прям скажем, вышли у Кросса. Перед ним есть пространство, можно отдать налево, а можно в центр, но... Доса идет вперед, Канте, как обычно здесь, но Кибик продолжает. Эпизод. Ну, несмотря на прессинг. Сейчас пытаются атаковать, а тут ставит корпус. Поза. Передача в штрафную, ни разу еще не удалось туда забросить мяч. На то, что французы мяч перехватывают. Ой. Немцев мяч ходит, но вот все попытки доставить...